Знатоков. На второй позиции спортсмен, представляющий из Зауралья, город Шадринск, Матвей Волков. Матвею Волкову этот стол еще предстоит побороться в турнире за звание турнирной таблицы после прошедших 5 этапов личного чемпионата России и первого гоночного дня 6-го этапа. Друзья, весь этот заезд стадион не должен умолкать, и я думаю, вы это сможете. Вы готовы? Чемпионом, наверное, в этом году все-таки не будет, к сожалению. Будет чемпион другой, которого я не очень люблю. Поможем друг другу с неудачами справиться. Мы любим спидвей, и нам это нравится. Это спидвей. Это спидвей. 0, синий, 5. Белый 17, желтый 21. Внимание! Поехали! На старт заезда на позиции лидера находится красный шлемник Иван Хужин. На второй строчке находится Дмитрий Колтаков. Третья строчка у Никиты Богданова. Богданов пытался между спортсменами и тюками протиснуться, не удалось. Колтаков еще на первую позицию. Богданов становится вторым. Богданов меняет рейтинг, получает на внутреннюю дорожку. Да, дорогие друзья, эти парни настоящие мастера своего дела. Богданов на позиции лидера, вторая позиция у Колтакова, третий Хужин, четвертый на нашей дистанции, синий наш лидер Владимир Фанеев, город Каменск-Уральский. Фанеев пытается удержаться на Ивана Хужина, все время как из Дмитрия Колтакова, Богданов, Никиту Богданова. Колтаков поравнялся с Богдановым, не хватает повторов, вот это пушки заряжены. На выходе из поворота Колтаков пытался выскочить на первую позицию, не удалось, немножко посмотрите, друзья. Буквально меняют траектории друг у друга перед капотами наши спортсмены. Полкруга до завершения. Почему так тихо, Красногор? Давай, вот сейчас. Никита Богданов первый. Константин Коленкин увеличивает отрыв от своих соперников. На второй строчке Евгений Шаров. Вы помните, также в этом сезоне несколько этапов у нас сам Евгений пропускал, но показывает свое уверенное мастерство, когда возвращается обратно на лед. Константин Коленкин лидирует. Матвей Волков с третьей на потенциал на вторую позицию переместится по отношению к Евгению Шарову. Четвертый Никита Толокнов. Толокнов у нас и пока не приближается к Волкову. А вот Волков и Шаров все ближе и ближе, каждый ворот подъезжает. Ну что же, дорогие друзья, полкруга до завершения заезда. Что же мы увидим на финише? Внимание, Красногорск встречает! Константин Коленкин первый. Евгений Шаров второй. Третий Матвей этому заезду. 5, синий, 16, белый, 18, желтый, 14. Наша интригующая гонка продолжается. Зрители, готовы? Поехали! Четвертая группа Дмитрий Комитеевич забирает стартовый ровно за собой, выводит всех соперников из
себя за спиной. Выход из стартового поворота, комитет на первой позиции. Вторая позиция, Иван Гаврилов, представитель города Уфа. Тем временем вторую позицию пытается вырваться Динар Валиев. И помните, после серьезнейшего падения он снова возвращается. Динар Валиев третий, четвертая дистанция, Сергей Макаров. Макаров перемещает на четвертую, третью позицию. Валиев становится четвертым, Гаврилов второй. Макаров пытается протиснуться дальше. И похоже, дорогие друзья, это тройка невероятная. Валиев тем временем с четвертой вторую строчку заезжает. Гаврилов подбрасывает, Макаров становится вторым. Своим с огоньком. Комицевич продолжает уверенно лидировать. Макаров приближается, Комицевич третий на дистанции. Валиев четвертый, Гаврилов. Макаров максимально близко, Комицевич. Комицевич выставляет левую ногу ближе к синей линии. Остается полкруга до завершения. Красногорск, почему так тихо? Наблюдаем за всеми спортсменами. Внимательно смотрим третью, четвертую дорогу. Старт, поехали! Дорога. Никита Богданов, стартовый номер один, захватывает лидерство, но расслабляться ни в коем случае не стоит. За спиной находится Сергей Макаров, который атаковал вчера. И также находится Матвей Волков, который также атаковал вчера. И это будет сейчас непосредственно борьбу между собой. И прекрасно видит спину Богданова. На позиции лидера Богданова, вторая позиция Макаров, третья строчка Волков. Четвертый на дистанцию, на замесении на шлемник Игорь Сергеев. Сергей Макаров все ближе и ближе к Никите Богданову. Макаров выходит по воле, Макаров перекрывается, поможет Макаров. Пускай дает ему беспорядок. Макаров будет менять траекторию, дорогие друзья, смотрим внимательно. Богданов еще внутри, лед выбит, Макаров полный газ, снова не хватает скорости. Ну что же, завершающий круг. Никита Богданов сдерживает титул. Что нас ожидает в финишном повороте? Где Красногорск? Никита Богданов первый, Сергей Макаров второй. Аплодисменты будут в город Уфа, Никита Богданов! Ребята, для них этот сезон уже, дорогие друзья, закончен. Никита Богданов снова чемпион! Время лидера на финише 1:01. Никита! 3, 4! Никита! Еще! Никита! Еще! Никита! Дорогие друзья, также я прошу ваши аплодисменты, понятно, всей команде. Я прошу аплодисменты, но отдельно... Приветствую, дорогие друзья, уважаемые зрители, кто бы за какой город не болел, кто бы кого спортсменов не поддерживал, я знаю точно. Вы любите мотогонки, и этот заезд будет по-настоящему красивым. Этот заезд является завершающим основной таблицы. Крути, не крути, но спросить надо. Зрители, вы готовы? Представителя Тольятти Никиты Толстого. Сергей Макаров ныряет по три. Подъезжает под Дмитрия Колтакова. Колтаков открывает ручку газа, уезжает на полкорпуса вперед. Колтаков на позицию, Колтаков меняет траекторию. Колтаков перекрывает вход поворот Макарову.
Макаров еще более внутренней траектории. Но это показывает, что не Макарова пара. Вы видели, что это было? Дмитрий Колтаков на финише и вам ехал, дорогие друзья, Сергея Макарова. Дмитрий Колтаков финиширует первым, Сергей Макаров вторым, Дмитрий Соляников третьим, Никита Лакнов четвертым. Ваши нескончаемые аплодисменты. Это гладиаторы, это бойцы, это достойные парни. Слава им, полное уважение. Спасибо, ребята. Белый нашлемник Дмитрий Соляников, желтый нашлемник Дмитрий Колтаков, красный нашлемник Сергей Макаров. Браво! На счет 3-4 три раза кричим спасибо. 3-4! Спасибо! Еще! Спасибо! Еще! Думал просто награждение и не придется идти дарить подарки. Но если нужны подарки, придется дарить подарки, что нужны, нет? Друзья, иду дарить подарки, через минуту встречаемся. Кто уйдет, тот пропустил. Беру телефон. Старт за серебро и бронзу, да, Стас? Кто первый приедет, соответственно, тот серебро, тот второй, тот бронза. Каменск-Урак, Уральский. Дорогие друзья, еще раз напоминаю вам про правила безопасности. Огромная просьба во время заезда вдоль забора не ходить с трибун, не спускаться. Пожалуйста, давайте делать наш праздник по-настоящему красивым, радостным и спортивным. Ну что же, ответственный дополнительный заезд. Красногорск! Готовы! Внимание! Поехали! Дмитрий Колтаков, красный нашлемник, город Каменск-Уральский, выезжает на первой позиции. Сергей Макаров, белый нашлемник, уходится вторая строчка. Макаров, несмотря на то, что на второй позиции, не собирается просто так брать и сдаваться. Макаров каждый раз по более внутренней траектории проезжает, подозревает более низко. У него более уверенная езда, дорогие друзья, по внутренней траектории. Дмитрий Колтаков на позиции лидера, Сергей Макаров на второй строчке. За этот круг ничего не изменилось, расстояние не изменилось. Колтаков продолжает лидировать, Макаров подбирается, Макаров сокращает расстояние. Половина заезда, вход очередной поворот. Колтаков в середине, Макаров более внутренней траектории. Еще сокращается расстояние. Между спортсменами всего только один лишь корпус мотоцикла. Дорогие друзья, Макаров еще больше. Давай! Все решится на четвертом круге. Нашлемник, город Каменск-Уральский, забирает серебро этого заезда. Сергей Макаров становится третьим на этапе, финишировав перед заездом вторым. Время победителя на финише 1 минута, 1 секунда ровно. Вас приветствует Дмитрий Колтаков, Каменск-Уральский. И мы видим, друзья, остановился мотоцикл после финиша в повороте Сергея Макарова. Но Сережа нас слышит, Сергея мы уважаем, достойный, храбрый, отважный, Сергей Макаров, Луховицы! Как говорится, успешный человек успешен во всем. Вот Стас, например, он всегда найдет свое, как говорится, даже в Красногорске. Смотрите, оп, бутылочка пивка.